скандальная история с правозащитницей из маленького города Балхаш Зинаидой Мухортовой получила свое продолжение. Ее все-таки выпустили из центра проблем психического здоровья в Астане, где она принудительно содержалась полтора месяца. Теперь Мухортова намерена через суд вернуть свое утраченное на бумаге здоровье. Вот кадры с первого слушания по апелляции юриста от 4 ноября. Они должны были указать, какие симптомы Мухортовой, в чем они проявляются, значит, тем более, что в законе они описаны. Ни одного из этих симптомов наличия не было, и в заключении об этих симптомах не говорится. Представители психдиспансера на слушание не пришли. Причины неизвестны. Из-за этого суд был вынужден отложить принятие решения по апелляции Зинаиды Мухортовой. Засудин начал рассмотрение дела без участия психдиспансера. Считаю необходимым я признать представителя либо самого главного врача обязательным. Кроме того, обозреть медицинскую карту. В связи с тем, что эти действия необходимо произвести, слушание дела откладывается. Критика власти опасна для здоровья. Казахстанский адвокат Зинаида Мухортова убедилась в этом лично, когда клинические психиатры поставили ей диагноз – политическая шизофрения. Симптомы нового заболевания были налицо. Это перманентное недовольство системой и навязчивое стремление что-то изменить. Пожалуйста, слово представляется Мухортовой. Слушаем вас. Клинику Мухортовой, к примеру, поставили после жалобы в партию «Нуротан» на депутата Ерлана Нигматуллина. Парламентарий долгое время игнорировал просьбу юриста ужесточить контроль над судьями. Обиженные служители Фемиды инициативность адвоката оценили по-своему. Завели на нее дело по статье «Заведомо ложный донос». Для того, чтобы каким-то образом вот смастерить это дело, назначается судебно-психиатрическая экспертиза. В августе этого года в квартиру к Мухортовой ворвались полицейские санитары. Женщину насильно доставили в психдиспансер. Только после этого казахстанские правозащитники сумели привлечь внимание Запада к делу опального адвоката. Специальная комиссия потребовала прекратить преследование Мухортовой из-за явных политических мотивов. Судьбой Мухортовой даже заинтересовался депутат Европарламента Никола Ринальди. По полученной мной информации, причиной принудительного лечения Зинаиды Мухортовой могла стать ее правозащитная деятельность. Я бы хотел просить предоставить разъяснение по ее делу, а также разобраться, почему она не была освобождена из психоневрологического диспансера, хотя специальная комиссия приняла решение о ее выходе. Когда состоится следующее заседание по делу Мухортовой, неизвестно. Пока женщина по бумагам все еще остается больной. На всю голову. Казахстаном.